Минус 40 градусов сегодня утром было на набережной. Жители этого района по-соседски прикуривали друг другу машины. Минус 36 в Семино и почти столько же в Чкалово. Минус 35 градусов было и в Усолье. А вот в районе Вечного Огня и Ицума куда теплее, всего-то минус 28. В ближайшие дни потеплеет до вполне себе терпимых минус 15 градусов. А к воскресенью синоптики обещают почти райские минус 8.